Развитие предпринимательства среди людей с ограниченными возможностями. В Петропавловске подвели итоги проекта «Посмотри на звезды». Денежные гранты на общую сумму 450 тысяч тенге вручили трем инвалидам-предпринимателям. На церемонии побывала Дарья Середа. Проект «Посмотри на звезды» реализуется с 2005 года. Активную поддержку оказывает Фонд развития предпринимательства «Дому» и благотворительный фонд «Кузжолы». Цель проекта является поддержка начинающих предпринимателей с ограниченными физическими возможностями. Заявки бизнес-идеями принимались региональными филиалами фонда «Дому» в 14 регионах Казахстана, а также в городах Астаны и Алматы. Региональным филиалом по Северокостанской области принял 10 заявок. В ходе отбора определили трех победителей. Каждый из них получил финансовую поддержку. Кенесары Жалдаяков о конкурсе прочитал в газете и решил рассказать о своей идее, получить средства на ее реализацию. Была у меня идея построить для инвалидов и пожилых людей специальный туалет хороших качества, с сиденьем откидными, поручни, чтобы легко подниматься было. За это 150 тысяч рублей я купил полностью инструменты. Все купил. Теперь только осталось мне реализовать свой давнишний план. За 8 лет существования проекта обладателями грантов стали 287 человек. Подать заявку на участие в проекте начинающие предприниматели-инвалиды могут с 1 сентября по 26 октября 2014 года. Дарья Середа, Жолдызбек Ермуканов, Новости МТРК.